исходное положение, лежа на животе. Вы можете подложить плед себе под корпус, чтобы приподнять ваш корпус относительно ваших ног. Руки расположите, вытянув в сторону головы. Можно не прямо около головы, а чуть пошире, буквой V. Разверните кисти большими пальцами наверх. Ладонь направлена на ладонь. Взгляд в пол. Вытянитесь от макушки до арок стоп. Найдите хорошее погружение для вашего таза. Две подвздошные кости, лобковая кость равномерно стремятся к полу. Начните руками подтягивать пол к себе. Взгляд выскальзывает вперед, грудина выплывает вперед. Мы приподнимаемся в небольшое разгибание. Опора на нижнюю реберную дугу. Останьтесь здесь. Начните с выдохом правую ногу тянуть вдаль настолько сильно, что ваша нога всплывет над полом. Вдохом опустите ее вниз. С выдохом левая нога вытягивается вдаль и слегка всплывает над полом. Почувствуйте, что ваши тазовые половинки равномерно погружаются в пол. Ваши ноги с легкостью всплывают над полом. Нога, словно от опоры в таз, приподнимается наверх в небольшое разгибание. Когда вы будете готовы, вы можете ускориться. На вдох делать два движения ногами, два движения на выдох. Вы словно плывете в теплой